Ну и уже сегодня ночью в честь крещения Господня православные Петербурга успели окунуться в крещенские проруби. В этом году в северной столице подготовлено 26 купелей, главная из них по традиции у стен Петропавловской крепости. 19 января следует совершать омовение в специальных прорубях, вырубленных в форме креста, так называемых иорданиях. Их так назвали из-за реки Иордан, где и крестили Иисуса Христа. Считается, что в крещенскую ночь вся вода обретает чудодейственную силу и смывает с человека грехи. В это время священники служат молебен, совершают крестный ход на реку. После все желающие окунаются в освященную прорубь и набирают крещенскую воду. Некоторые желающие уже совершили обряд, а кто-то окунулся в прорубь впервые, для других же это уже давняя традиция. Водичка, то, что надо. Для чего, зачем это делаете? Так традиция такая, мы же православные. Надо еще, крещение Руси еще, по-моему, традиция. Вот. И приятно для здоровья, бодрит. И вообще в Пушкине на Каноническом пруду есть прорубь, она всю зиму поддерживается. Все желающие, по-моему, могут прийти и искупаться в любое время. Ох, хорошая вода. Такая бодрит вообще. Это очищение такое вот от всех грехов. Ну, там, за год надо, раз в год обязательно. Ну, я, правда, первый раз только, но все равно мне очень понравилось. Я теперь буду каждый год обязательно это делать.